Реконструкция водоочистных сооружений в поселке Приобье Октябрьского района завершится в срок, обещают подрядчики. Чистую питьевую воду жители поселения получат в конце этого года. Уже собран каркас основного корпуса, идет монтаж сэндвич-панелей и крыши. Сердцем объекта станет система тройной фильтрации воды. В проекте реконструкции водоочистных сооружений Приобья новая котельная, подстанция, склады для хранения химических реагентов, контрольно-пропускной пункт. Для надежности всю строительную площадку подняли на грунтовую подушку. На объекте с нуля построят 4 резервуара. К их монтажу приступят весной, а уже на днях проведут контрольное тестирование оборудования. Необходимость в реконструкции ВОСов назрела давно. Старые сооружения возведены в 1975 году. Они давно устарели и не справляются с поставкой воды. Поселок потребляет по 800 кубометров в сутки. Мощность нового объекта позволит выдать в 2 раза больше. Для выполнения этой задачи мы также проводим работу по замене ветхих сетей водоснабжения с использованием уже современных материалов, то есть пластиковой трубы, что в свою очередь позволит решить задачу по исключению вторичного загрязнения при ее транспортировке до потребителя, до населения.